На мутную воду из крана пожаловались жители города Саранск Карагандинской области. В соцсетях они публикуют фото набранной жидкости, но даже такая вода доходит не на все этажи. Вода очень грязная, с запахом канализации, желтоватого цвета. То есть ее употреблять в быту просто невозможно. Это просто опасно для здоровья. В Саране коммунальные услуги очень дорогие. Мы оплачиваем коммунальные услуги по высоким тарифам, я думаю, и качество должно соответствовать своей цене. Я уже года два, наверное, вообще не пью с крана воду. То есть мы пользуемся только бутилированной водой. Проблема с водой есть и с качеством воды, и с, совсем все вместе. То есть и давления нету, и воды самой нету часто, и всего остального. То есть, нету воды хорошей. Проблема с водой в Саране уже много лет. В теплое время года особенно часто происходят аварии и отключения. В водопроводных сетях нет давления, вода не поднимается на верхние этажи. Люди вынуждены стирать по ночам, жертвуя сном. На грязную воду жалуются не во всех районах города. Но там, где она идет мутная, жители боятся за свои титаны и стиральные машины. Не помогает и замена труб в подвалах. Поставщик воды – предприятие «Сарань Коммунсервис». Руководство уверяет, что это локальные проблемы, и что в целом давление в городе стабильное и соответствует расходу. А мутная вода бывает только после работ на водопроводе. Еженедельно службы СС берутся пробы воды, и отклонения от нормативов, по словам специалистов, не обнаруживают. Раньше были сети плохие, и постепенно каждый год 3-4 км сетей вводятся в эксплуатацию от Акимата. Постепенно сети все меняются. На данный момент практически все сети обводные поменены. Внутри городские сети уже лежат, надо их только подключить, осталось участки. И в целом ситуация по сетям не такая плачевная, сейчас данные 60% износ. Там, если мы подключим сети, которые сейчас имеем в городе, там, по-моему, до 50% снизим, что есть довольно-таки неплохой результат.